Еще раз с Новым годом тестирую установленную на свой Android-телефон программу «Камера 2», по крайней мере так она у меня называется. Она позволяет применять эффекты к вашим фотографиям и, что приятно, также к видео, которое в настоящий момент и снимается с помощью данной программы. Она в своих настройках имеет функцию, допустим, ретро. А ретро подразделяется на съемку в стиле 20-х, 30-х, 50-х. А вот то, что я сейчас снимаю, это в стиле 80-х годов, как будто я в свой видеомагнитофон воткнул старую видеокассету уже в неудовлетворительном состоянии. Смотрите, идут помехи как будто от воспроизведения. Это то, что я сейчас вижу, помехи. Я записываю свою тарелку с мясом, и вот она у меня показывает предварительно, как все это выглядит. Помехи сверху, какие-то полосы, подергивания. Очень интересная такая программка. Забавная, по крайней мере. Вот такие вот дела. Еще раз с Новым годом. А, смотрите, кругом помехи я вижу всякие. Красота, да и только. Всем привет, друзья мои. Продолжаю тестировать приложение «Камера 2». На своем телефоне установил эффект в данном приложении ретро-камера в стиле 40-х годов. Мы видим, что съемка идет черно-белая, имеются помехи, полосы, мусор. Да, как будто снято на пленку, эта пленка пролежала долгое время. Теперь ее достали и рассматривают отснятое. Ну, достаточно неплохо, необычно. Вот такие вот дела. Это же приложение «Камера 2» на телефон. Эффекты старой видеокамеры, старой съемки, так правильнее будет сказать. А это в стиле 20-х, 30-х годов. Все вообще черно-белое. Очень множество помех, мусора, артефактов. Забавно, забавно. Ага. Как будто эпоха немого кино. Все подергивается, кругом, еще раз скажу, помехи какие-то, ворсинки, волосинки на экране как будто.